Во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь. Сегодня рождественский сочельник. Шестое января 2022 года. Поздравляю всех с наступающим Рождеством Христовым, особенно моих детей, дочерей Елизаветы и Анастасии. И благодарю Бога, что мне удалось с ними пообщаться. Пытались они переписываться со мной в интернете через социальные сети. Я откликнулся на их просьбу пообщаться. Но спустя некоторое время они прекратили со мной общение и удалили эту переписку. Лиза заблокировала сообщение от меня. И Настя тоже удалила всю переписку. Но я все равно благодарю Бога за то, что я узнал, что они живы-здоровы. И, к сожалению, конечно, покаяния в них нет еще. Но я все равно буду ждать всю свою жизнь их с покаянием, их возвращение ко мне, родному отцу. Так же, как и мою жену Марию Балакину, которая сейчас находится в смертном грехе прелюбодеяния. Но также я жду, что она покается, поймет свой страшный грех, оставит его, расстанется с прелюбодеем и вернется покаянием ко мне, своему мужу. И тогда и дети, я тоже думаю, хотя они уже взрослые, должны сами все понимать, но я верю в то, что и надеюсь, что они также перестанут злословить отца, вернутся с покаянием, осознают свой страшный грех, в том числе и клеветы на отца, и в том, что они поддерживают мать в ее страшном грехе прелюбодеянии, вместо того, чтобы остановить ее. А я вот нахожусь сейчас на своем участке, восстанавливаю дом после пожара. Слава Богу, мне добрые люди помогли, соседи приютили, мне есть где переночевать. Слава Богу, есть и что покушать, не голодаю. Помогли люди добрые и средствами. Дали одежду, зимнюю, обувь, потому что дом мой сгорел зимой, и я выскочил, успел вот в последний момент, что мать родила, только вот одел калоши и что-то на себя накинул. Вот дали мне делянку в этом году, заготовили лес, как погорельцу нарубили бревен. И вот сейчас я наконец-то их привезли осенью. И наконец я вот сейчас занялся тем, что снимаю с них кору, скоблю. Вот приобрел хороший скобель острый. И нужно их зачистить, чтобы не было там жуков, чтобы не было гниения. Кора снимается, и дай Бог, если Бог даст, и будут силы, буду восстанавливать дом, чтобы была своя крыша над головой. И вот напротив меня дорога, и буду каждый день смотреть на нее и ждать возвращения моей жены и моих дочерей Елизаветы и Анастасии. С наступающим Рождеством Христовым! А Карфаген прелюбодейной ереси будет разрушен.